Сегодня мы играем в спецоперацию Дельта, операция Терминал на Ветеране. Смысл пройти от точки А до точки Б. Кроме обычных врагов, здесь у нас будут люди со щитами. Начинаем. Значит, первое, я меняю наш страйкер или М240, либо что хотите, на АЦР с гранатометным целом АГОС. И начиная наше продвижение, мы начнем сразу с убийства первых трех врагов. По-моему, пытайтесь убить вот этого врага побыстрее и забрать его щит. Вот, мы забрали его щит. Сейчас все будет, надеюсь, значительно легче. Можно и так попробовать, но самое главное — это использовать щит как оружие массового поражения в день боевых действий. Вот. Собственно, так сейчас мы будем вести всю нашу игру. Что-то типа такого. А, не забывайте про врагов на втором этаже. Все. Теперь заход номер два. Мы выбрали такую стратегию. Отлично. Мы уже прошли две атаки, что очень хорошо. Собственно. Это атака номер три. Также берем щит и отходим назад. Вот. Самые опасные враги в этой миссии — это те, которые бесит, потому что они очень быстрые, маневренные, но зло не убивается с одного удара. Вот, пытается окружить. Пром взять подствольник и стрелять по ствольничкам. Вот. Вот, отлично. Самый удобный прибор щитовиков — это подствольный гранатомет, как вы знаете, по сетевой игре. Следующая точка и последняя. Пытайтесь также ходить назад и придерживаться той же стратегии, которая была, просто бить их щитом. Сначала бить щитом тех, кто без щитов, чтобы было легче потом отбиваться от всех остальных противников. Естественно, будьте аккуратны, чтобы вас не убили в рукопашном бою. Потому что это все тоже. Будет очень обидно, если пройдете вот до этой точки, а у вас будет какой-нибудь такой вот ОМОНовец в ближнем бою.
Будете гонять рогами на лестнице просто. Ну, могут быть такие ситуации, что вас могут обойти с тыла. Вот, и последние три врага. Вот, в принципе, вся миссия. По виду она очень сложная, кто играл в нее, потому что вас всегда убивают на первом же заходе. Но имея еще игра такой тактик, может быть, эту миссию даже одному, как видите. Все. Вот весь прохождение на ветеране. Спасибо.